Костанайской области летчики армейской авиации за двое суток вывезли из подтопленных районов 240 человек, в том числе 60 детей. Их доставили в эвакуационные пункты города Аркалыка. Местным жителям приходится спасаться от талой воды на крышах домов. Пилоты удерживают многотонные вертушки максимально близко от крыш, чтобы люди смогли подняться на борт. По словам специалистов, ночные полеты – дело не из легких. Нет световых ориентиров, в зонах наводнения отключено электричество. Нужно отметить, что спасательные работы ночью могут вести только военные летчики. Кроме того, минувшую ночью из Алматы в Уральск авиацией Министерства обороны осуществлена переброска военнослужащих войсковой части Министерства по чрезвычайным ситуациям. Дополнительные силы направлены для ликвидации последствий наводнения в Западно-Казахстанскую область.